Два человека погибли во время пожара в Нижневартовске в минувшие выходные. Возгорание произошло в пятиэтажном многоквартирном доме. Задымление и запах гари обнаружили соседи. Они же вызвали спасателей. На место прибыли две единицы спецтехники, 16 человек личного состава пожарной охраны. Возгорание потушили за 18 минут. Во время обследования квартиры огнеборцы нашли тела мужчины и женщины. По предварительным данным, они могли скончаться из-за удушья продуктами горения. При осмотре очага пожара дознаватели увидели множество пустых бутылок и предметов, указывающих на курение табака. Точную причину происшествия устанавливает следствие. Осмотр места происшествия показал, что данные семьи вели асоциальный образ жизни. В данной квартире были обнаружены многочисленные бутылки, тара от алкогольных напитков, а также предметы курения табака. Вот нами будут рассмотрены все версии причины возникновения, в том числе неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении.